Всем привет, с вами мистер Крем Брюле, это ветка моего шоу «Кто круче, что круче». Тема выпуска «Что круче» – видео бла-бла-блогинг или анимашки. Для влога достаточно записать себя на смартфон, и видео уже готово. Всем привет, с вами мистер Крем Брюле, и я покакал. Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите, как я ем шурупы, засовываю себе ванну с крокодила, смотрю «Жизнь жуков» и плачу. Бегаю по квартире в трусах со Спанч Бобом. Сори, народ, трусы со Спанч Бобом в стирке. Облизываю совиный клюв. И целуюсь. Для анимашек нужно гораздо больше времени. Всевозможные эффекты. Визуальный стиль. Если в городе грехов знать, куда повернуть, то найти можно все что угодно. Даже открытый люк. Не говоря уже о движениях персонажей. В видеоблогинге на целую кучу движений уходят секунды, в анимашках часы. Запишите видео с собой, при этом желательно сильно размахивать руками и гримасничать, например, вот так. Как можно было снять такой фильм? Это не высокоинтеллектуально, не высокохудожественно. Штамп на штампе, это народ, это просто... Сделайте крутую цветокоррекцию. Даже не нужен специальный фон, еще прорезать. Вот и вся инструкция для видео бла-бла-блога. Чтобы сделать более качественно, конечно, можно и текст какой-нибудь налепить, картинки, музыкальное сопровождение. Большим плюсом, конечно же, является то, что зритель видит ваше лицо, что позволяет ему ассоциировать вас со своим лучшим другом. Анимашки, в свою очередь, не требуют от создателя ничего, кроме постоянного сидения за компом. Полет фантазии уносит вас куда угодно, и не надо искать локации для съемок, костюмы, массовку, телок с сиськами. Можно нарисовать и массовку, и сиськи, и массовку с сиськами. Не нужно тратить нервы и деньги. Но пока у вас выпуски обновляются раз в неделю, а то и в две, при влоге за этот же период можно выпустить... Какое самое большое число на свете? Спасибо, анимашка. Всегда пожалуйста. Хотя анимашки требуют достаточное количество профессиональных навыков, плюс не слабый комп. А во влоге видео может записать любой дурак. Повар спрашивает повар. Ты повар? Нет, я не повар, я повар. На абсолютно любой гаджет, при этом даже не нужно особо монтажа. Итак, внимание, я попаду. С первого раза. Еще одним плюсом анимашек является то, что мультики, в принципе, нравятся всем. Лицо твое элементарно может не понравиться, что только с ним не делай. Хотя, как мне кажется, самое главное – это оригинальность. И неважно, влог это или анимашки. Главное, не рисуйте так, не оригинальничайте вот так. И не забывайте про усы. Это было шоу «Что круче». Меня зовут мистер Крем Брюле. Вы видели мое лицо, а это значит, что я теперь ваш друг. Ждите новых анимашек. До скорого. Обладатель самого большого лица – это я. Массовку с сиськами – это самое главное. Сиськи – это круто, ребята. Ди Каприо умеет рисовать сиськи, а медведь нет. Привет, с вами мистер Крем Брюле, и в этом уроке мы рассмотрим... сиськи и как их нарисовать, используя градиентную сетку. Но это уже для профи.